Донецкий парк Щербакова. Я надеюсь, я смогу. Далеко не пойду. Все, пошла дальше. Это только вход. Там аллея рядом с рекой идет. Несколько аллей. Нас качели. Еще рано, поэтому только начинают люди брести. Молодежь попозже придет. Это вот наш огромный мяч. Клуб «Шахтер» тут раньше занимался. Какие деревья красивые. Еще одна аллея. Кафе ведет. Прям такая тень здесь. Шла, было очень жарко. Сейчас такая красота. Красота, красота. Сколько мест для красивых фотографий. Для самых маленьких деток. Кафешка. Одна из. Тут еще куча аллеек всяких симпатичных. Очень красиво делать фотографии, видеосъемку. Здесь молодожены приезжают делать фотографии красивые. Здесь у нас площадь такая. У нас концерты здесь проходят. Так, и вот еще один фонтан еще. На этой площадке у нас, как правило, ярмарки проходят. И я в ближайшую ярмарку буду принимать участие, если все хорошо. Там вот еще одно кафе. Family Club – это ресторан. А, и там где-то еще, я знаю, есть кафе в глубине. Ну, это такие прогулочные места. А вон еще одно кафе. Там в глубине, в травке. А в глубине, за деревьями, там качели в ту сторону идут. Вот сейчас. Вон с той стороны качели. Снимает, а то я часть снимала, думала, снимаю, а она не снималась. Тут еще одна площадка. Для их, для танцев. Там мост у нас идет. Чего? Мороженое найти. Ну все, я как всегда раньше всех разложилась. А теперь можно подойти посмотреть. Ну, какие красивые. Столик стоит. Здрасте. А я думаю, пойду гляну, кто тут. Чудесные какие, красивые. Слушай, это вообще, конечно, блин, какое чудо. О, какие лампочки красивые. Какой прелесть. Путала, какой день, я решила, что на следующей неделе. Вон, на цыплята. Ой, какие красивые. Мальчик, как кристаллы красивые. Да, я чуть-чуть вернулась, ага, чуть-чуть. А с тобой дадут, поняла? Ну, я все соединю. Хорошо в этой аллее, лучше, чем там. Лучше, чем там. Ну, когда... Знаешь, когда есть продажи, они в любом случае кругом есть. А, но здесь стоять лучше. А мне так Таня хорошо поставила возле стульчика.
Так, ну все. Еще не доразложились. Аромат. Я их в руки брать не могу, понимаешь? Знаешь, вчера ты мне пишешь, а я не могу, у меня улетела палатка. Я так и не ответила, потому что... Не, или ну, ответила? Не помню. Я же сама не помню. Не помню. Я, во-первых, здесь начали добра... потом... И все? Сейчас еще подвезу. А, ну все, давайте. Я просто еще пока не иду, хочу. Игона, ну джинсы, ой, джинсы вообще, такая тема. Мусора, правда, с меня. Задолбалась по... А это на руку, да? Нет, это на гулю. И что? А, на гулю. На браслете, да, но да, на гулю, да. Вот на гулю тоже браслет. Ага. Четыре на нас уже мало. Нам уже надо... Нет, он как бы как раз будет. У нас 104 рост. Угу. Ну, то есть это уже может быть рукавчик. Ну, ты поняла, поняла, о чем я говорю. Она... Да. Ну, это самое. У него и ключи есть, это же склероз, если надо что-то не забыть забрать. Ну, ты знаешь, как? Тут такой серьезный. Все? Подружка моя, мы живем рядом, общаемся, из-за ярмарки стали дружить и общаться. Мясные жирки, кошмар. Вот посетители маленькие. Хорошо. Начали уже люди идти, надо идти к своему столу быстрее. Снимаю, а сама не нажала, представляешь? Лоханулась. И Динамо бегит. Сегодня у нас гуляния начались пораньше и продажи пораньше. Это киевский. Это был кубышевский. Теперь все бегут. Чужие спины ходят. Детки, конфетки. Это что, все 11 районов побегут? Понимаешь, когда на канале. Вот это кубышевский. Оно отсюда плохо слышно. Народу. Бля, народ уже прям сегодня идет рано. Интересно, долго они так будут идти? Это команда в синих купальниках бежит. Пролетарский район побежал. Пролетарский? Что-то я отдалила. Нифига не видно. А, вон.
куда это они все бегут? Это в чем цель? Они оббегают. А, это они оббегают на время, может. Эти какие-то малочисленные. Раз, два, три, четыре, шесть, оу! Да, точно. Как только ребята идут, они начинают горланить. Да не, молодые, вряд ли курят, то они привлекают внимание. Других вариантов нет. Я смотрю, просто как только парни идут, в компании, когда такие видны, они начинают горланить. Сколько?
Я не думаю, что она все время на сиськах показывает. Я, ну, я понимаю, что у нее как бы хорошие маюи. Ну, зачем их так демонстрировать молодой девочке? А, там мальчики вон, все понятно. Какие-то новые мальчики подошли. Вроде не было. Перед этим снимала, вроде не было мальчиков. Каких-то притянули. Why do I love the touch but never love the feel?